Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркет, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте, друзья, ставить лайки. Сегодня в 17:00 по московскому времени состоится традиционный для понедельника вебинар «Правильный понедельник». Если вам интересны долгосрочные сделки, взгляд на перспективу с учетом всех изменений, которые происходят с монетарными политиками, с экономиками из-за ковида, найдите, друзья, время, подключайтесь к прямому эфиру. Также будет возможность задать вопрос онлайн, если такие есть. Ну что ж, последние недели до рождественских праздников я рекомендую, друзья, подготовиться к рождественскому предновогоднему ралли. Можно сказать, что оно уже началось, учитывая то, что движение по показателям волатильности ряд инструментов уже находится на локальных максимумах. Но я думаю, что этот год, который был в целом крайне непростым, сложным, волатильным, очень значительным по движениям инструментов, может преподнести сюрприз под закрытие года. Поэтому нужно быть к этому готовыми, друзья. Контролируйте риски, следите за загрузкой ваших депозитов. Много раз уже говорил, что если у вас есть пробелы с пониманием того, что такое риск-менеджмент, обратитесь к вашим персональным менеджерам, вам окажут самую профессиональную, компетентную помощь. Эти основы, эти моменты для трейдинга на финансовых рынках необходимо, конечно же, знать. Ну что ж, сегодня начнем с двух, пожалуй, новостей. Первое – это тот пакет экономических стимулов, который мы ждали на протяжении последних, без преувеличения, друзья, 3 месяцев подряд. Последние новости со ссылкой на Bloomberg – то, что конгрессмены, республиканцы и демократы достигли межпартийного согласие по фонду финансовой помощи на 900 миллиардов долларов. Но не нужно особо пока что радоваться, ведь нужно, чтобы этот законопроект прошел голосование в Сенате и Палате представителей. При этом хочу отметить, что Сенат и Палата представителей – это Митч МакКоннелл и Нэнси Пелоси. Мы прекрасно знакомы с этими политиками. Мы помним их позицию касательно необходимости поддержки экономики. Я почти уверен, друзья, то, что у этого законопроекта не будет никаких сложностей. Поэтому осталось только дождаться, когда же официально на рынке появятся новости о том, что экономика реально получит почти 1 триллион долларов. Много это или мало? Конечно же, это мало для американской экономики, но это хоть что-то. Тем более, нужно было с чего-то начать. Я думаю, что часть этого фонда, конечно же, это разовые выплаты на 600 долларов, потом повышенные пособия по безработице. Это то, что будет очень неплохо раскручивать интенсивность торгов на американском фондовом рынке. Поэтому, если вы, друзья, смотрите на американскую фонду как быки, как покупатели, и задавались ранее вопросом, есть ли предпосылки для того, чтобы американский фондовый рынок продолжил расти дальше, я могу вам точно сказать, пока, друзья, у вас есть понимание того, что экономика нуждается в деньгах, и Конгресс и ФРС будут снабжать экономику доп. Ликвидностью, вы должны быть уверенными в том, что S&P, NASDAQ, Dow Jones с локальными коррекциями, но будут продолжать обновлять локальные максимумы. Поэтому многие считают, что в 2021 году в целом этот тренд растущий, и можно смело заходить в покупки, не переживая ни за что. Так, по поводу другого фактора новостного, главной новости – это события в Англии. Друзья, я думаю, что те из вас, кто следит за новостями, знают то, что из-за того, что в Лондоне был выявлен новый штамп вируса, который заразнее предыдущего, фактически Лондон сейчас закрыт. Был небольшой временной лаг, возможность до того, как вступили в силу эти тотальные ограничения, покинуть Лондон. Этим, конечно же, пользовались и, мне кажется, сделали только хуже, потому что на вокзалах, в аэропортах образовались большие скопления людей, колоссальные очереди. Мне кажется, это в конце концов приведет к еще большему ухудшению ситуации с коронавирусом. Сегодня вы видели, друзья, открытие фунта с гэпом. Это реакция на то, что происходит в плане локдаунов.
ограничений. Это, конечно же, реакция на то, что снова прошел очередной дедлайн. Уж не знаю, будут ли переносить снова, но пока что новости неутешительные. Англия и ЕС никак не могут договориться относительно Брекзита. Это значит то, что очень реальным является жесткий выход Англии из состава Европейского Союза. Я об этом, кстати, друзья, предупреждал, поэтому держал, несмотря на что, короткую позицию по фунту, и с локальных максимумов пара фунт-доллар уже свалилась примерно на 300 пунктов. Но на этом я, собственно, останавливаться не собираюсь. Я все-таки придерживался более амбициозной цели. Это пробоя пары фунт-доллар поддержки 1.30 и ухода ниже. Тот фон, который в моменте развивается, очень располагает к тому, чтобы эта тенденция продолжалась. Поэтому те из вас, друзья, кто все-таки прислушался к моей рекомендации, вместе со мной поставил на неизбежность реализации жесткого сценария, сейчас могут получить очень неплохой бонус по приросту депозитов под закрытие этого года. По фунту в целом, друзья, фон плохой. Я не знаю, что сейчас можно использовать для того, чтобы поставить на рост этого инструмента рискового актива. Но фунт — это исключение. То есть, если мы будем говорить про другие рисковые активы, там, конечно же, ожидание еще большего ослабления доллара и поддержка для них. Но фунт очень сильно завязан сейчас на национальной ситуации с ковидом, самой жесткой в мире в моменте. И, конечно же, вероятности вот этого политического исхода жесткого по Брекзиту, который многие считают по последствиям, может превзойти последствия первого полугодия 2020 года, когда английская экономика столкнулась с ковидом. Я думаю, что Англия реально окажется в рецессии на несколько десятков лет. Индекс доллара 90.35. Друзья, поскольку мы все-таки ждем одобрения пакета фискальных стимулов в Сенате и Палате представителей, конечно же, нужно оставаться оптимистом по доллару. Как только решение будет принято, доллар точно снова начнет снижаться. Сейчас мы работаем с коррекцией. Кстати, хочу отметить, друзья, если вы сомневаетесь в том, что доллар останется уязвимым перед фундаментальным ослаблением, если вы переживаете, паникуете из-за коррекции, может быть, вам стоит выйти из этих коротких позиций, потому что, в конце концов, если рынок поведет себя не так, как вам бы хотелось, винить нужно будет только себе, друзья. Если не готовы работать с просадками, с коррекционными откатами, тогда закрывайте позиции, и, мне кажется, уже можно уходить на новогодние праздники и отдыхать. Но если вы все-таки считаете, как и я, что доллар покажет еще более мощное ослабление, тогда ждем новость официальную по экономическим стимулам и топим за еще большее ослабление бакса. Золото 1900, цель, друзья, первая сделана. Соответственно, на новостях по новым экономическим стимулам увидим 1950. Евро против доллара. Локальная коррекция 1.2185. Не отказываюсь от прежних целей движения выше отметки 1.23. По фунту все сказал. Доллар-канадец. Вовремя мы купили эту валютную пару. Сейчас котировки 1.2839. Уже хороший профит. И я думаю, что пара реально может восстановиться до отметки 1.30. Сейчас эту идею поддерживает снижение цен на нефть, слабая статистика по Канаде, пятничный отчет по розничным продажам 0,4 с 1,1. Соответственно, опираясь на потенциально ухудшенные перспективы экономического роста, а ведь розничные продажи — это показатель потребительской активности, один из основных вкладчиков ВВП, можно, конечно же, допускать, что фундаментально канадец будет ослабеть. Нефть также корректируется, и на фоне снижения цен на нефть канадец несет еще больше потерь. Новозеландец против доллара, цель 0.72 прежняя остается, друзья, сейчас котировки 0.7090. Нефть 50.72, наконец-таки коррекция. Причин для снижения очень много, это карантины, локдауны, возможности, вероятности их еще большего ужесточения, рост производства нефти в США, соответственно, мотивация того, что высокие цены на нефть могут заставить страны ОПЕК в меньшей степени уже соблюдать обязательства по сокращению нефтедобычи, рост количества терминалов в Штатах, Baker Hughes 263 из 258, и еще факт того, что трейдеры ранее тотально проигнорировали прогнозы по падению спроса от администрации энергетической информации, от ОПЕК,
ОПЕК и Международного энергетического агентства. То есть все это должно аукнуться, друзья, для нефтянки и спровоцировать еще большее ослабление. И, кстати говоря, если мы ожидаем снижения цен на нефть, пара доллар-рубль, которая сейчас котируется на отметке 73.34, при таком развитии событий может завершить этот год в районе 75-76 рублей за доллар. На этом, собственно, все. Спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии. Всем пока!